Чемишлийские и Бессарабские районы – это моя малая родина. В Бессарабке я вырос, женился. Здесь воспитываю детей. В 2015 году меня избрали мэром от политформирования Рената Усатова. Меня пытались запугать, арестовывали, терроризировали сотрудников мэрии и близких мне людей. Но антинародный режим оказался слабее. Мы не сдались и продолжили созидательную работу. Настал час сделать большее. Для родного города, для нашего региона, для всей страны. 24 февраля я иду на выборы от 40-го округа, чтобы покончить с бандитским беспределом кишиневской мафии. Я знаю, Молдова будет свободной.